заводные танцы и песни на английском. У учеников школы «Культурный мост» выпускной. Для своих воспитанников представители международной молодежной некоммерческой организации «Айсик» подготовили целый концерт. Представительница из Молдовы продекламировала «Я помню чудное мгновение» Александра Сергеевича Пушкина. В ночи во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновления, без слез, без жизни, без любви. Гости из турецкой провинции Пенджаб станцевали свой национальный танец. Пятнадцать волонтеров из Турции, Египта, Китая и Молдовы на протяжении всей смены занимались с мальчишками и девчонками английским, проводили мастер-классы по хинди, по турецкой и индийской кухне и многое другое. Детям очень нравилось, дети были в восторге, то есть приходили вновь и вновь, спрашивали, когда будут следующие мастер-классы. Сегодня у нас выпускной, сегодня мы вручаем сертификаты детям, которые отлично прошли школу, то есть посещали практически все занятия. Мальчишки и девчонки, активно посещавшие занятия и участвовавшие в мастер-классах, получили сертификаты о прохождении школы «Культурный мост». Волонтеры «Айсик» остаются в смене и ждут новых мальчишек и девчонок, желающих научиться говорить по-английски. Мне очень понравилось общаться с мастерами. Это очень интересно и очень познавательно. Они рассказывали о своих странах, откуда они приехали, о их традициях и многое другое. Они очень веселые и очень общительные люди. Как я узнала очень-очень много, особенно они много говорили о еде. Лагерь классный, потому что здесь так весело. Тут дружелюбная атмосфера, девчонки, парни, все такие приветливые. Тут классно. Я люблю Семена.